Всем привет, дорогие друзья! Снова у нас сегодня, конечно же, Хиназис в студии. И сегодня продолжение заруб и ИСТЛ. У нас сегодня третий день, третьи зарубы и на ИСТЛ. И катки получаются нереально крутыми. Ребятки, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. И, конечно же, не забывайте зайти посмотреть прошлые выпуски заруб и ИСТЛ. И я реально буду благодарен, если посмотрите еще какой-нибудь другой видосик на канале и прожмете лайк. Ребятки, не забывайте залетать на YouTube. Ютубчик, ребятки, на ютубчик залетели, вот сюда прям залетели, поставили куда-нибудь лайк здесь на какое-нибудь видео. Не забывайте, что здесь выходят не только зарубы стримеров, зарубы всяких различных там хай ББ, хай ТП, хай топ ТБ, там вот это все, еще и очень много рубрик «А что если?». Ну и, конечно же, вот эту тему я монтирую. Ну, конечно, вы уже смотрите замонтированный видосик, но тем не менее, ребятки, прожмите лайк, буду очень благодарен. Ну и, конечно же, для того, чтобы вы понимали, что происходит на Истейле, просто пожелаю приятного просмотра и садитесь. Погнали, ребятки, смотреть ИСТЛ зарубу. По-мужицки сейчас давайте, чисто так они. Уже не по-мужски. Эх, не успел. Вытяни его. Давай, я Феникса. Я заразил всех пятерых. Аккуратно, отойди от яйца, не можем бить. Грифса КД. Джаги дал дуэль. Поможете слить? Под кораблем. Должны. Мне рипера дали. Вайпер, вайпер. Хорош, живу. Цепанул, но... Туск. Я убил туска. Хорош, хорош, хорош. Корабль залетел ему. Но не пробиваю. Я дальше убил, убил это... Вайпера бью. Байбек, некр, байбек, пацаны. This is the future. Да вот такой же попробуй. Бля, я вот посмотрел, у меня спорт, типа, очень красивый, мы через химики не хотим сыграть. Ну, это их, то сейчас они, ты покажешь химика, они возьмут всяких ПХ, вайперов и так далее. В следующий раз мне так не приходится. По-мужицки сейчас давайте, чисто так они. Уже они не по-мужски. Один на один на ножах. Кто прошлую пикал, а где еще? Закрысили, получается. Ну, против этих героев всегда хорош глобал. Да. Я не уверен. Да тут Каолин, по идее, перекрывает и Феникса, и ЕС. Если хорошо, с под магнетизмом. А может сейчас Легиона выстрелить? Нет, я бы сыграл. Да потоп какого-то. Просто если Легиона, нам придется это, еще им, блин, даже Тусика можно в мид... Не, Тусика банить, это фигня, блин. Каких-то Леочиков банить. А что ты Тини не хочешь, Коль? Че, Тини? Бля, вот этих двух героев он шотает только так, нет? Ну, а если Кваки купят? Кваки купят, ты не то... не это... Не шотнешь Феникса. Он нажмет яйцо, нажмется фиссуры. Да не, ну типа Тени я люблю, я его обожаю пикать, но не на второй пик. Если бы у нас какой-то нереальный заход на нем был, то почему бы и нет? Может, химика? Ну, химика во второй стадии можно будет, просто знаешь, а химика вообще никакой не приходит. Я просто думаю о том, что если мы возьмем химика, ну объективно так, без чего-либо у нас состав слабее. Они могут пойти и нас задушить. На Легиона бегай. Не знаю, на химика умею играть. Я знаю, типа, я сейчас думаю, чтоб им дозу забанить. Там есть кто может показать?
Кого забанить? Дуза вообще, да, неприятно будет вас. И против Легиона, и Панда там ее не продамажит. Они вайпера. Либо вайпера. Вайпера тоже могут там пикать. Блин, ну им точно надо тени подбанить, я ща так подумал. Может тени вайпер скорее всего забаню. Вайпер вперед, смека и пойдется лимонтой. Если дуза возьмут, то мы там сладко, например, можем взять. Там только шейкер пока что. Легиона уже точно не будет. Если они сладко возьмут, ну то у нас уже легион как минимум есть на этого сладко. Че на второй сутки? Какое-то что-то попроще, наверное. Или бар какой-то. Вот, можем что-то типа бар. Коля, а? Можем вивера забрать и начало выиграть. И не, потом я вообще не хочу вивера пикать. Бар он, типа... Я одну игру сыграл из семи, и то... Лучше б я его вообще не брал. Вот бара какой-то, если мы будем играть с химиком... Если вот, случайно так случится, то бара просто будет бегать по лайнах, что-то там спейсить и так далее. Мне кажется, мы можем выиграть, если нормально будет. Да еще нам ту же дузу никто не отменял. Ну, кстати, да. Под легиона дуэльку хейс плюс хейс и лупим яйцо. Не знаю, ну короче, есть варианты, есть варианты. А это что такое? Боятся Найкса. Тусик. Вот Тусика все-таки возьмет. Не верил, я не верил, что он Тусика возьмет. Ну и получается зря. Нам пока что Сларк хорош на первую позицию. А Спектра... Мы дракулись лучше. Мне кажется, если мы дуэли или панды начинают с хаунта залетать, догера сбивать им, блядь, портить позиции, будет, мне кажется, заебись. Мы сейчас возьмем бару, скорее всего. Ну-ка. Нам надо, короче, увидеть их коры и тогда своего допикивать. Лобол. Клок тоже нормально под... Попехает, поспайсит, где-то в стойку побежает. Нормально будет. Могу на баре. Но тогда на панике. Я тоже могу там немножечко стиля раздать. Это тусик мин, да? Ой, это буст. Коль. Да. Я просто не могу кора открывать, потому что он четвертым закроет его. Я возьму дузу, он возьмет сларка. Типа и плевать на легиона, у них уже тусик есть. Сейчас надо увидеть. А легион куда идет? Легион, ну, короче, если вот они сларка пикнут, мы берем некра и идем с некрой, теплой в сларка, и леху ставим не соло, либо мид. Да, это наебись, кстати. Если они не берут сларка, еще немножечко подумаем, секунд 20. Мы, кстати, и Найкса тоже можем забрать, нет? С барой, блядь, залетать, блядь. Бля, надо что-то, чтобы... Можем. Вообще мне не нравится спектра, бля. Мы, если драку начинает Лего, блядь, или панда, мы можем с хаунта сбивать догера, и у них, блядь, драка будет. Спектра наша тоже, ну, типа, неплохо. Но со спектрой не получится ничего флексить, и с ней надо вниз идти стоять. Да не, ну может соло постоять до хаунта, нет? Тэп апнет, и все. Это сейчас задрот нереально. Все, сларка взял. С никтом идем к ним. Нормально? Думаю, да. С некром трипл идет, бегает за сларком. Если сларк медовый, то можно и некра в мид поставить. Дальше легион в фрилинию стоит в боте там, либо в миде. Норм. Одобряю. Ну гоу, у нас и файт посильнее. Давайте, так.
там... Чё там нету? Я бумагу там подбанил. Какого-то дума забанить. Дума лучше. Который пойдет вперед, вот это все нажимать. Какое еще, что они еще могут? Резак еще у них есть. У нас ну, резак есть. Против панды никто, блехи. Не играет? Не, мне кажется, не получится так. Да, пайпу сделать. Или БХ, бондер есть, нет? БХ или дом? Бля, лучше давай... БХ. БХ, серьезно. Ладно, у меня камера на доме была, времени нету. Сейчас надо, что мы допикиваем? Тепланец. Ну, короче, какой-то соло-лайнер нам нужен. Я думаю, мы сварка убьем, типа, уже. Если дозу допикать. Дозу? Ну. Ну, просто если мы дозу возьмем, то нам надо будет легу. Либо некто в мид ставить, потому что у них сларк пойдет мид. Тепло идти с дусой. А тепла дуса это что-то такое себе, мне кажется. Магнуса не хотите или клыка? Вообще, не. Магнус это, бля. Особенно против сларка, против феникса. Ты что там, сложно очень. А веник? Что не нравится? Веник и пойти пушить просто? Да. Ну, звучит да. Ничего так. У них есть чем откидываться. В принципе. Да, фисурка, шорты, да, но веник может их рифсы купить, типа с пайпой у нас героя нету. Некоторые захиливать вот этот весь от спам ихней. Откидываться это в каком смысле? Веник может просто поставить их змея, и они будут просто пушить. Ну. Шо, ну короче, веник звучит неплохо, я, кстати, вообще даже не думал о нем. Ты сыграешь на него? Ну, я могу сыграть, если не хотите. Леотик, они вообще жадно пикнули. Нереально жадно. Давайте с феником идем пушим. Не получится, то не получится. Ну что, первый раз проиграем или что? Че, я на некре? Ну, я не знаю, я не на панде, не на лехе, на остальном я могу. Выбирай, что хочешь. Давай. Олега куда, мид, да? Или негр мид? Да веник пускай идет мид. Давай. Ты на лехе, что тебе вообще парится? Я там... вином взял, бери все. А, зря ты вином взял, я же взял вином. А, блядь, ну и похуй. Киша на шейкерке, он будет хангать. Ой, блин, ладно, я отойду минуту. Кто мид у нас, с веном? Да, я пойду. Мне надо вот сюда вижу поставить кто-то. Да, один. У нас один вар. Ну, у меня один вар тут. Даже сбоку, если поставить, здесь вообще заебись будет. Охренеть буду. Ладно, я сам себе вижу поставлю. Жесть, как растянулось, все, уже час времени прошел. РМК всегда так? Ну да. Обидно. Опа! Пивас пошел. Да, Балтика девятка. Если ФП, я могу не кровать. Упс, это ты пьешь Балтику девятку? Да. В этот месяц? Да не, шучу, друг, ты че? Пишки энергос там закинул. Или тебе кады колу привез? Чё, где Миди, вы я тут? Не, он Коля дошел. Виномансер, побудешь там 40 секунд без варда на миди? Ну да, попробую. Если меня не задрочат за эти 40 секунд, будет хорошо. Ну тебе панда купит, надеюсь, через 10 минут. На эти могут даже вдвоем убить, как будто бы. Короче, парни, смотрите, там шейкер будет нон-стоп куда-то бежать, что-то пытаться делать. Первый оп сюда. Да. Второй сюда. Третий, ну, который от КТ-шца появится, да. Только сразу покупайте, потому что он будет двигаться, чтобы не бояться и понимать, где он. Четвертый, там пятый по каким-то рунам уже. Бля, они как будто бы через бот хотят просто зайти и... Я вообще не понимаю, что он крафтанул. А чё мы, не изъём? Не-не-не, идите в топ. Парк мид, скорее всего, будет. Топ. Я так думаю. Топ, стойте.
Надо я тоже думаю, что Сларк в меде будет стоять. Надо бы чуть ближе сюда, больше ближе. Бля, а чтобы тебе тут отсюда увидеть, если это обойдут? Нормально, нормально. Ну там, если обойду, там закат будет, там вообще пофиг, увидел, не увидел. Короче, я держу. Ну, обойдешь. Не, я в боте не пойду, они стоят. Да-да-да, не нафиг то. Кстати, мы вот тут, бля, у нас варда нет, чтобы сразу встретить, убить. Мы могли бы, бля, с пандой, блядь. Ну, сейчас тут КДшит. Так, идем все просто вот здесь станем, увидим в... А, вот даже он. Вы видели? Да. Кто да. там был? За герой. Я не хочу тратить пока. Пускай жмет этот. Дай, все, ладно, нормально. Вот так вот ведем, крипов. Наступи, Коль. А, кстати, они свапнулись еще. Если у них тепла, все просто. То есть, типа, мне опс поставьте, чтоб я не умирал, и идите к лехе. Это не свапнулись. У них там тепла, скорее всего. Да, закрыли. Это по все равно КД было. Да забей. Я думал, он один, типа, на пока. По Феникс. Я увидел Феникс, думал, для трипла в топе, а у них Феникс соло стоит. Я если что могу тут соло, можете бегать, хангать, да, мид там. Пошли мы мид сразу, пошли мид. А, ну ты вторая. Давай руну дождемся. Я, короче, пошел. Ну они в боте вот тут стоят просто. Я бы на твоем месте был, вот сейчас волку убил. Ну второй апкапаю. Это потому... пока только на XP опасно. Угу. Могу так. Ну съешь пока что этих крипов, чтобы тебя фисуна не закрывали. Они сейчас в мид пойдут, кстати. Где есть второй уже? Да нет, что ж нет, такое нет. Сегодня? Что за паузы? ЗБ. Че, кура никому не нужна, я возьму. Где? А, монету хочу. Или хасту. Что до куры хочешь принести? Вард? Нет, я себе аквилу возьму. Аквила топчик. А, это этот. Я думал, пропам наговорит. Я сейчас тебе вард куплю там. Давай, давай. Панда заберешь? Да, если что, дропни его просто. Или в кругу силы оставь, либо в куре оставь, я его заберу. Жесть. Го. Пупса вообще 3 МС, блядь. Во, все готовы? Да, все, гоу, я... гоу. Все, я второй апнул. Ну, давай я ушел. Сейчас рума будет, или можем сразу а долго, долго, давай сейчас. Давай я тогда отсюда поднимусь. Да долго это, надо уже приезжать. Сейчас, подожди. А че ждать, давай беги. Да, да, давай, лоу хп уйдете. Хорош. В спине еще два. Гоу, кто же? Феникса не видно. Все, выгнали, да. Феникс здесь. Я, скорее всего, отъеду. Нет, не отъедешь. А, нет. Побежишь на баре? Это 6 мат. А он все равно же умрет. Давай, ебашим их, блядь. Ты, ну ты ждешь, я не знаю, беги сразу. Пиздец. Хорош. Можешь сейчас вот побежать опять. У меня стиков 10, правда. Ты
Тычку если дашь Фениксу, я разбег возьму на него. Он улетит, у нас не хватит, у меня еще маленький лавок пока что. Вон тебя обходят. Угу. Давайте я забавлю что так-то. Вижу такое. Тебе напали, надо быстрее сюда прийти, он сейчас лучше нажать, я не смогу сбить. Что-то они не нападают, Тусик куда-то ушел. Тусика нету. И Феникса не видно. А, Феникс здесь. Ну они нырнул. Он. Пошли на руну, пошли на руну. Да, да, иди. Он стак хочет сделать. Чё, ёбнем? Конечно. Сейчас, подожди. Пускай на меду, если что, засветился. Вот сюда. Нападайте на него. Сейчас тихие, да-да-да. Вот там. Ой, я не успел. Бля, Гришин. 3-0. А, 3-1. Ес отсюда вышел. Ес на меду, если что, тоже. Че, я сейчас в бот буду идти, да? Я не знаю, но, наверное, пойдет куда-то в любом случае. Но у меня все плохо максимально. На вышку бот команд. Да, в боте он. Есть ТП в бот? Я вышел. Бота тэпается, я топ пушу. В топе тусит. Снять с пачкой, давай. Да, да. Бля. Ёбаные лаги, опять лаг, да? У всех лаг. Панда, если вниз ТП сделаешь. Ай, бля, он шестой апнул. Там его вышка забирал. Не забирал. Вроде должен. Бля, ебать лагает там. Ладно, постой, Марик, пока я. Он без маны. Ну, кстати. А, ой, все, ему залили забыл. Урну будешь делать? Марик, ты видел этого шейкера там стоит? Можем убить даже. Ща я возьму ПТ-ку. Не, я, короче, отменяю и домой иду. Блять, откуда он тут взялся, блядь? У меня скоро 6 будет. Бля, ну отменил быть здесь, это обрядно у меня. Да, у меня 6 есть, если что, если он подойдет, можем. Урну кто, я делаю или ты? Так, я аркан сделал, давай. А, я тебя тусик за малым чуть не поймал. Ну да. Чё, мне в пайпуху? Грифс, кто чё делает? А, грифсы, пайпу там. Угу. Это такое. Мы можем вообще эту точку взять и, блядь. На миде обходят трое. Миде. Я бля, тоже тэпаюсь, я с уль... Ой, я с этим. Тут фен еще. Гоу файт. Конечно, го. Ебать мой хуй, что это за хуйня, блядь? Давай, добирай этого шейкера. Ну шейкер, по идее, сдохнет тоже. Не умрет. Умрет. Хорошо. Вот сладко. Сейчас аркану куплю. Проходи, давай. Я тоже сейчас. Бля, Лёрик внизу фармит. Охуёво. Хай, мы еще просто пойдем со змейками вот Т2 ломать, он тэпнется и все. Там, если мы выиграем файт, то хуже будет. Мы можем и Т2 идти. Там для урна нет. Ты урну будешь покупать или я покупаю? Купи. Я тебе маны даю. Урокни, пожалуйста, я себе купил. Пока там Феникс еще даже 6 не апнул. Да. А, все, Лёрик пошел.
Ну, пускай. Вот тот сларк, паркинг. Беги, беги, потому что я сдохну. Ой. Он с визом. Блять, удар тысячку, ну я правильно. Вот, сларк без ульты, 300 хп, без хосты. Стики есть. А, с хостой еще, ладно. Хорош, хорош. Лёрик 250 маны. Ест, и зайдет. Бей, бей, бей его. Сларк без ульты, шейкер. Ладно, ТП, распекись уже, ну то. Да я этот сюда не убил. Шейкера, блядь. Где моя, блядь, этот хуйня, блядь, кура, ёбаный в рот, блядь. Я съебался от этого. Тактильно. Ну, ВК без ульта, парни. Гол, сейчас мы им ебало просто набьем. Идем, идем, там еще и сладж с хостой был. И я где-то фиг тянул и позицию выбрал. Бля, че на топ не пошел, блядь? Кто? На топ, че я ТП не сделал, блядь? Че, я беру разгон? Давай, давай. Делай, там арклет, мы далеко. Окей, все. Ну просто беги рядом с нами, побыстрее будешь. Вот, встречаем его, пиздим. Далеко, далеко уходишь, умираешь. А есть сало посла? А. Я все нажал, чего мог. Тут ты на баре, я не знаю. О, пойдет, пойдет. Пиздите, блядь, ебать, нахуй. Феник шестой, надо будет яйцо бить. Нету маны у него. Мало, блядь, да, о, блядь, хорошая драка, блядь, на саппорта 4, блядь, минус. Да, хорош, хорош. И вышку, пошли. Я сларка уебал. Под дуэлью не выиграл. Ёва. На ВК не хватило дэмми. О, у меня, кстати, сейчас рамлет будет, только, блядь, куру, блядь, не взять. Для Марика ставь типа. Дальше можно по низу идти у нас. Да-да-да, чё, пацанами не кросс сделать? На пуш. Мы вообще могли Рошана попробовать забрать под змеями. Но тут по-любому варк есть. С арклетом можно и Рошана. Сейчас, подождите, я армлет долетит. МП забил. Чё, мы можем смог нажать. Зачем? Отойди чуть сюда. Встретим. Не, мы Рошана идем, Если они сюда пойдут. Оставь тут все просто, да. Они идут. Они идут, они видят. Давайте да. Отойдем. Вон шейкер. Снизу шейкер. Я взлетаю, понял. Все, хочешь, это мы. Хорош. Я змеями двоих подвинул. Хорош. Давай, в ту сечку. Вот есть. Не делитесь, пацаны, делитесь, разделяйтесь, не надо так делать. Вот тот шейкер, в шейкера можешь бежать. У меня КД. Хорош. Ай-яй-яй. Чё, дальше не можем? Хорошо. Давай. Всех берём. А у него же КД, да? Нет, а он, да. Ничего себе. Эйс залит чё-то там. Да-да-да, МПД. Дэшку... А, о, хорош. Пел бы чуть-чуть. Там Рошу можно закатать. Так, смотрите, будет Феникс с лучом жечь, резко надо сбить ему. Окей, Рошу. Дайте легко, чё он вот в чипов похилится. Бегите на него. Где разбегись на Несварка, я ТП дам. Быстрее. Марат, мид беги, Марат. Ну так, смотрите, там не умирайте, мне хуй. Я серьезно. Ну, да не, мы отменяем. Все, отбой, вы там он есть. Бля, это дальше плохо. Склапну здесь. Это очень плохо. Я думаю, успеваем, он да? Окей, нажал, а никто не бежит, все окей. Хорошо. Все окей. У меня мека почти есть. Чисто золото. Идем по боку, вот тут крипы, Т2, меки там все есть. Я открепал ханику. Подождите чуть, блядь. Окей. Зачитесь.
вместе, пацаны, разделяться вообще нельзя. Сварк только так и будет убивать. Я сейчас шестой тут апну. Все, го-го-го, нам надо сейчас дышить максимально. Они на топе все вообще, блядь. Вышку открываем, у меня блинк будет. Вот можем потом сыграть. Вот так вот. 200 золота, мека. Уж дышку не хочу. Никого не было. Неуманы мало, неуманы. Ты чё, где Вени? Я иду. Потом центрики надо. Не сейчас пикать, вот тут мы в любом случае идем ХХ, стягиваем как минимум. Если там что-то хорошее получится, минус, мы файтимся к телому. Да, он отвил. А ты два не хочешь? Ты два очень далеко. Пока эхис, мы сильные вроде как. Сварка ничего нету, еще лотара нету. Сентаки сразу подготовьте, он у него почти лотар. Нет, смотри, у нас нету смотри. Неси, неси уже, а сейчас будет лотар. Пока что видим, пока что не боимся. Еще не тэпается, вот сейчас где-то может начать тэпаться. Сбить. Хорошо. Змейками обставляемся и кушаем потихоньку. Полез тут еще пацан. Панда, забери скуры и варды и сентри, у меня. Бля, вот это тут 100 хп, блядь, на пушке, блядь. Ах, ставь змейки, змейки просто ставь. А где можно ну, сларки? Панда, скидите. Забери, идем. Панда. Сларка видим, парни? Не на очке пока сларка видим. Они не будут. Ес, сам себя фиссурой закрыл. Забери, чья кура с вардами? С даггером. Блядь. Оставь меня этих клипов, я сейчас... Сларк идет. Застанем. Хорошо, плюнул, плюнул. Он сдох. Отлично. Фен будет уль... Фен ульта, ну. Бьем? Пытаемся, да-да-да. Давай, да, на да. Характере. Хорош. Хорошо. Мека, КД, ребят, ничего не могу сделать. Байбай, кто скарт шейкер. Деремся, деремся, парни. Хорош, деремся. Давайте. Сейчас мека будет, чуть надо пожить. А есть вытянуть дэшка? Так. Чисто вот так стою, ни, ничего нет. Да. Зажал Леора. Хорош. Лоу хп, пацаны, там. У меня мека чуть-чуть не дожил, секунд. Пацаны. 5 секунд будет сларк, надо уходить. Да. Хорош. О. Отлично. Комиссионные три пришли. Сколько там? 3 бая нажали? Два бая. Ну, я так два видел. Так, я просто армалет не переложил, блять, я не забыл. У меня почти гриф съесть. Чуть-чуть золота. На базе. Там топ нормально пушится. Думаю, покупать дахер или не стоит? Не надо, не надо, что ты делаешь? Могу чисто барабаны аганим какой-то. Могу смог нажать на топе, сейчас кто-то плюс один будет. Пацаны вместе, вместе сейчас. Дрефат идут. Он в боте, идем, парни, вот под бот, мы там допушим, у них ща баев нету, ульта лёрчика нету, погнали тогда. Пацаны вместе, вот сейчас сварк будет лотарить уже. Во, смог нажму. Но можешь нажать смог. Куда я реюзал, не знаю, летел, у кому-то нет. Ну вот тут, наверное, парень, сейчас я узнаю трек на мейн. Не, а, нет. Нет. Пойдем, пойдем. Ну знаете, что они будут делать? Они в спину будут обходить, когда мы пойдем туда. Надо заранее заводить. Угу. Мне 150 золота до грифса. Давайте оставь, заберем. На, я тебя оставил. Давай, заберу. Все имеется, летит. Хорош. Завардим сейчас и нормально драку. Только помогите мне, чтобы я не сдох. Там у ЕСа не может быть даггера? Как думаешь? Не, он бай вжал и сток с бая. Все хорошо. Это тоже сломать? Не, нет. Кто в топе? ВК? Вес в смоках. Угу. Блинк что ли? Вот сварк под нами был. Нету, нету блинка там. Закидываю змей.
Просто змейками пушим аккуратно. На легионе даже не иди тавер. Бить. Плевать. Стой в позиции и жди. Я автуска только буду давать. Тихо, не жертвовать. Когда мека была... Меня, если что, вытянут, то у меня сильно там не пришлось. Сентри тут поставь под нами. Фларк подо мной. Плюнул, если что. Блин. Хорош. Пускар душит. Я умер. Лёрик. Лоха ковы. Лёрик может сдохнет с яда, не знаю. На барак навалитесь. Блин, сентряк был бы. Хорошо. Нам центри надо под нас. Я что-то это вообще не понял. А, блядь, центри. Вот этого центри не хватало. Стох. Хорош. Жалко, что, конечно, откинулся я. Че, я давай. Можно пойти мед тыкать. Бля, давай лучше нет, а? Давайте отойдете лучше, лучше вместе. И крыс второго левого. И отходим. Я хочу БКБ, ну хоть знает, нахуй мне нужен, как будто бы надо просто керасу купить и все. Вместе, пацаны, вместе сейчас опять чего читать. Керасу хочу. Че, давай керас. Инвиз, пацаны, возьми. Я заберу на сейчас секунду. Качай, если. Да тут сейчас типа на. 10 сек, да, 10 сек упадет. Так, вместе я надо идти. Я домой, я без маны. Бля, я вот тут. А, возьмешь. Не, ВК хуёв, а чё вам? Не рискуй, не рискуй. А вот тут Вижн стоит у них? Типа центри. По нахуй он развернулся. Давай, потому что Сларк заколил, либо Сларк в топ ща бежит, либо он в миде был, в миде был. Вместе. А, идём по топу, там последние Т2 по топу, зайдём плюс-минус. Чё, в топ идёте? Идём, да, идём. Да, да, хорошо. Там Сларка нету, может быть. Не отделяйся на весь этот. Вместе идём. Не, я не буду в соло прыгать. А он вот по лесу это... кто-то? Убей. Ой, Леор еще. Пизда. Не, убью, хватит. А, 3, 4. Честь. Ладно. Отделился вот. Вот даггер, а, у него даггер есть, кстати. Все от меня. У кого даггер есть? У ЕСа. Короче, они нападать сейчас будут, отойдите все просто. Уйдите. Третьему он заруинил, я думал, он как будто бы... Вон! Ларк, вот бежит, смотрите, если там кондом на... Потом... А, нажал просто... первый, нажал первый. Ой, там все будут, зачем? Мне надо драться. А да из чего просто продайте бару? Я ж сказал, блин, как же хочется. Там, кстати, этот шейкер лов хпшный очень. Возможно, даже от яда какого-то отъедет. Тусик тэп пусто, тусика нету. Можем идти, парни. Можешь застанить его? Да. Угу. Здесь опс стоит. Вот сюда, если ты первый кинешь, он умрет. Шейкер. Так он стахера уже, все, не ищите, это кто-то... Вот мы шибились чутко. Ладно, центрики возьмешь там на броне? У меня один центр есть, один... я авто 2 поставлю. Так же спины сейчас пойдут. Надо в середине пойти. Вот на баре уже сюда иди. И разбегайся уже. Мы видим Леорика. Мне надо сюда... Никто не дефает. Вот тусик шорты откинул. Они на базе вроде как. Здесь будут без тусика и Леорика. Дальнего крипа не убивайте. Подольше, чтобы я прибежал. Пизда, я так и знал. Мне тут надо отходить уже. Пиздец, ребята. Ну, потому что вместе, пацаны. Куру не слей. Аккуратно. Бля, я тоже с тобой пошел. Я хочу вард сюда тыкнуть. Ну, типа. Роша появился. Да нет, ты чё, мы его недавно... А, все хорошо у нас. Послабьтесь. Мы просто ща как-то хорошо сыграем и все. Надо вместе. Смотрите, там сейчас эхо нету. Мы сейчас можем хорошо подраться. И у нас там... Бля, я могу вот этого пидора убить. Не надо в соло ходить вместе, в пятером пойдем. У него феймер есть, у тебя есть. У них хапсы просто стоят хорошие, они нас по всей карте как будто бы видят. Да не, они стоят на одной позиции и все.
и ждут. Вот сейчас у них после Рошана вижен какой-то стоит. А вот Сларк что, сейчас для них? Сларк, иди сам за дуэль убей. Да-да-да, сам. А, ну, Сларк. Ну, отойди. Вижен тут что-то. Рошану стягивается, походу. Беги, пуш, и возле Роши поиграем, надо Рошу забрать. Че, у него скайды, что ли? Вот-вот-вот, как-то ёбнуть. Все далеко у них. Хорош! Бля, ну я же тебе говорю, к нам иди, ну что с тобой? Лон, сбей. Так я вот тут под вышкой стоял, он просто... Не надо, с нами надо ходить. Бля, он что, тебя убил? Давайте бить. Да. Думаю, ну нам нужен Аэтис на Легионе, наверх. Да, бери, ну. Не, лучше некор, бери. Так. Вон. Дайте инвиз идет. Возьму, инвиз возьму, зайду в спину. Там курой палят. Да, да. Надо сварка. Сларк, Сильвер. Не, ладно, надо доджить. Идем, надо идем. Доджить, да, идем. Мы не можем. Чипер вот так у меня. Аганимный, Феникс без байбека. Хотя там такой лохот прошный Сларк. Там тусик еще есть. Угу. Ну уже такой же. Че, отойдем нафиг. Да я стою вот. Я пойду мид толкну. Ходим. Там очень много. Пока мне медальку купил, покупай еще БКБ. После доделаешь террасу. Бля, затянули пиздец. Да это плевать, все равно Сларк за кнопку умчет. Я не верю, что там тусик прям все засейвит всегда. Хипер случайный аганимный. Нормально все будет. Вот сейчас у них никто низ не толкает, по-любому где-то бегут. Может вот так попасть. Мы стоим вместе под шейкера, потому что Сларк может показывать. Вон, все, на топе Сларк. Идем Рошана быстро. Вот сюда можешь потыкать. Вроде. У него ТПшки нету, но он магаз там. ЕС тоже с ТПшкой. Хен, подставь их сюда. Сейчас поставлю, блядь. Я иду туда. Я жесть, кара, катится. Медленный. Так, сделаю. Смог заберешь на этом, на панде. А, кура висит, кура висит. А есть в центре? Тут Сларк может быть. Покажите, курой, покажите. Кура хочет забрать. Нормально, забираем. Хорошо. Угу. И идем по топу. Смог забери. По топу точно? Да. У нас нет мехачи. Заберу. Там вот здесь вот могут стоять, и они туда стягивались. ЕС там был, точно могут. Вы без ТПшек? Я с ТПшки, но я с ноги иду, если что. Все, сейчас он не должен напасть, он бояться должен. Нам надо на каждый миллиметр ставить, они сейчас, они не будут ждать, пока мы дойдем. Он отошли, Лёра с ДДС с БМкой. Они будут файтиться вот здесь. Сентри есть на Т2? Ну капачайкер, в Марат, встань сзади, вот разбежишься вот после. Вот. Не стой вот это. Нам пайп еще пайп нужен? Госмок нажал. Можно? Но если есть лучший итем, покупай лучше. Ну я думаю насчет аганима, почему нет? Вариант. Я чуть пусть поплотнее буду. Низ, они пойдут вот Сларк пусть... тут. Сларк вот сюда пошел. Тут вижу, стоит на горе. Вот здесь бежит. Блин. Бля, куда отойдите от меня в плейс, блядь. Я тоже все змей пытаюсь. Змей поставь, это... пожалуйста, сюда. Вон Сларк. Леорчика видим. Змейками обставляемся, как-то идем потихоньку, подтягиваемся, сын как есть. Я думаю, ты меня засейвишь, да, если они прыгнут? Ну, я все, да. Ты ж вытянешь меня. Я Феникса сразу нахуй. И теперь тоже на Легионе. Если что, тебя вытянет этот, я не буду. Они ушли в деф, отдают Т2. Все, хорошо. Надо вот тут завардить. Помогите. Пойдем, смело. Смело. Центряк. Центрик есть поставить? Ни один центряк оставьте, я его буду беречь. У меня два сейчас идут на подходе уже, близко. Вы главное вот так по шейкера не стойте. Все, гуд. Отправляемся, если что, Легион может подпушивать, его вытянут.
Там Сларк сейчас с БКБ, кстати, будет. Он еще в меде, если что. Можем накидать вот этому немножко. Угу. Ну я под шейкер, а не чертайте позиции. В спину зайдет Сларк, 100%. Вот. Ес, идет. Эху просрал. Просрал эху. Найс. Смотрите за лифтом тут. Так, этот сдох на Юсе. Яйцо поставили. Левочек без ульты, правильно? Левочек без ульты, парни. Там Сларк отошел. Он у нас минус 2. Давайте отойдем. Я еще с трипером. Ну, Сларк фуловый сейчас придет. А чё я? Сларк не умер. Только не трай в него. Го, отойдем. Сларк без ульты, без инвиза. Так как я вытянут, он тебя паунс нажал. Давайте по топсом по... А, блин, там уже 4. По спаунсу нельзя вытянуть? Конечно нет. Нет, он дрочится там. ЕС плохо ворвался, но там легу дропнули и все. Угу. Печально. Я теперь никуда. Давайте смок нажмем. Словим этого Сларка, который сплитит. За дуэль Рипер мы его убьем, там Тусик всегда не поднимет. Есть смоки, пацаны? Да, все. Не, мне просто сказали бить, собирайте, типа, а если панда вытянет, поэтому я стоял. Не, так да, но я что-то вообще... Я тоже не думал, что бэкфаунса можно остановить. Ну, Кура там со смоками на базе. Так, это все прошлое, забыли. Сейчас смоки подлетят. Но нам один фиг надо, чтобы кто-то показывался. А может гем возьмем, не? Сколько смотри? Нам надо 5 хотя бы. Вот, в меде, смотрите. Шейкер, блин, потратил. Чё, смог нажимаем? Надо, чтобы ты на Легионе, наверное, половил вот таких, если мы... Да, ты видишь, они в 5 ходят тогда. Давай смог здесь нажмем. Нажми. Бля, да как-то калечно стоит. Нам не надо всем вместе, потому что... Ну ладно, окей. Вот, дуэлишь? Угу. Угол вот тут влезли. У нас есть оп? Есть опс. Поставь ты сюда. Тут... Вот под нами, под нами. Эх, не успел. Вытяни его. Давай, я Феникса. Я заразил всех пятерых. Угу. Аккуратно, отойди от яйца, не можем бить. Грифса, КД. Я с этого пришлось. Хорош. Смотри. Хорош. Хорош. Леор уходит. Без ульты вроде как должен быть еще. Сларк. Сларк с ВКБ-хой. Кнопку нажал. Хорошо. Эх, нету детекшена, ребят. Байбэк, Леор. Леор байбэк. Че, вместе, она отход? Угу. Спасайте пока змеек. Там минус 3, я сейчас телепортнусь уже к вам. Думаешь? Дайте, я буду хилить. А чё, там минус 3? А, у нас не катите, это мы можем не парчиться с змейками обхватываться. Сейчас грифсы откатятся. Гриф сдаю. Я сейчас прибегу, блядь, к вам. Увижу, как только Ларка, блядь. И вот всё, на него бегу я. Он в лотаре. Он под нами. Там 25 секунд. А у ВК есть ульт? Наверное, есть. Сларк, хорош, бро! Хорошо, лучший. Без яйца Феникс. Без яйца бьем. Гриф с КД. Буду хилиться, очень сильно буду хилиться. Деремся. Хорош. Гриф, если что, на заряде, дядь. Живешь. Дай, дал, все, отжал. Шейкер. Сэха. Можешь на марате отойти, я буду выкидывать, нет? Сбил даггер ему. Чё, топ идём сразу? Там мне кажется, вы этой четверки можете полминуты. Хотя топ идите, ладно, да. Я тебе урну дал. Хорош. А то его топ сломаем сразу. Я постою, потанкую, бля. А есть какие-то, бля, грифсы, мана? Сейчас, секунду будет, брат. Одна секунда. Зарядил. А шейкер, смотрите, да он не зайдет, я ему блочу.
Молодцы. GG. Ну я суициднулся, но там заразил. Сларк очень сильно хп теряет. Очень я сильно. На КВ лаг тэпаюсь. ГС тоже заражен, тоже рипнется. ГГ. Сларк, Сларк, лоу хп, уходит. Сдохнет, сдохнет от яда. Хорош. Ай, ладно, этому хотя бы сложился. GG, пацаны, спасибо за игру. О! Взаимно. Хорош. Красава. Красавчики вообще, да? Пушечная катка получилась. Чё-то душим прям, душим. Чё по пику думаешь? Да хз, предлагайте варианты. Я, блядь, вообще случайно Найкса даже забанил чисто. Я даже не понял, что это Найкс, блядь, панда. Ну, панда, ладно, Найкс. Не, я думал, кого забанить, чтобы просто там Феникс выжигать, и наконец-то смог. Наконец-то? Может тоже как грязный, ну опять грязный поиграем через веника. Если есть у кого желание. Ну а ты будешь на венике играть? Вторую подряд. Ну да. Так впадлу, честно. Хочется разнообразие какое-то. Не знаю, смотри сам. Мне все равно, на чем играть. За синтов химика не хотите? Не, ну тут можно пикнуть интересно, а можно пикнуть на победу, блядь. На победу, го, чё? Чё мы растим? Ссылочки в описании поставим, все как надо. На победу чё сидим? Чё-то они там замыслили через вайпера. Давление какое-то сердечное. Давление, ебать. А если змейка бьет вайпера, то... Карасив. Тоже... Да, карасивом страдает. Ёбаный брат. Это жестко вообще. Там не живешь просто. Пилишь сам себя. Так, Слардара забанили. Хорошо. Отлично. Стандарт. Ну есть та же кунка, которая в прошлый раз была. Блять, тоже. А, понял, подъем, блядь. Я, короче, выпал с фразы. Сейчас, подожди, что-то, как он выдал? Я что-то, потому что я. Я терплю, потому что терплю. Вот это, годно было. Да, там было сильно. Я, если хочешь, поисполняю на кунке. Если надо. Поехали. Торрентом не буду попадать. Ты, наверное, на коре будешь? Давай, блядь, на рюкзаке вообще хочу побегать. Просто пиву покидать. Ну, кстати, рюкзака можно и в мид поставить.
СМС какой-то. Вах. Я терплю, потому что терплю. Я бы сейчас сам разобрал бы. У них там сердцебиение, давление будет первое ранее. Марат, ты вернулся? Дима, ты вчера остановился или продолжал? Лучше не спрашивай. Я так и понял, блин. Ты же много сыграл игр? Ну, я 9, что ли, уже сыграл. Нормально. И сколько игр уже сыграл? У меня 6-я это. На стрике или что? Нет, у меня стрик сейчас, по-моему, 4+. А, вот ты еще ни разу не проигрывал. Один, первую игру всадили, и все. Да там вообще жесть, там на нервике все были. Я вообще, для меня это, типа, это новый формат, потому что я такой никогда не играл. Если нервика нету, вообще пофиг. Сидишь, долбишь. Ну, тут да. Интересно, что добирать будут они сейчас? Что, меня на Лёрика садите? Ну смотрите, у меня нету Лёрики, если что, стану, могу не попадать. Ладно, ничего страшного. Хорошо. Это радует. Химика банят. Джаг. Сава, не хочешь? Пройди. Ой, блядь, груша. Бля, я хотел резака и пиву покидать. Ну, блядь, покидать, по-моему, не получится. Там Кефисура, Рипер, все, тебя нет. Сура, Рипер, да. Печалька. Или закат, блядь, Рипер, нахуй. А вот в Зерлега есть ночная драка, подсала. Опа, на. Это что такое? Против Тини Вайпера, блядь. Ебать, что ты пикнул, блядь? А что, Вайпер пиздит Тини? Подожди, Хексар, куда ты, блядь, мне Легу дал, блядь? Ну, я не играю на Лего. Блять, а. Ладно, я на минутку отошел, если что. Подождите, Хен, будешь на Леге, да? Ну я могу на Леге сыграть. Лего куда идет? ПЛ? Ну, так, похоже. Я приду через. Нам стекло надо с Леориком идти. Прибыл. 40 секунд я сейчас буду. Окей. На Леге не знаю, что получится, нет. На Леорике-то что, одной кнопкой нажимаешь, а то у меня клешня. На Лёрике попроще. Мне все равно, что хотите делать. Хоть на Феникса, хоть на Кунку. Пофиг на ком играть. Главное, получать удовольствие. Не ректально. Сейчас. Сейчас будет. Сейчас не ректально, а на ректально. Не, должны побеждать. На победку должны тут. Должны. Пазы и полетели. Конечно, Тускар будет мозги делать нормально. Ну, мне кажется, тут пила пизже смотрелась, чем Тини явно. Ну, Тини такое. Ну, типа, если получится затянуть, у нас есть чем откидываться. Торрент там.
Лазер. Не, если я что, отца. Короче, будем, знаешь, как делать? Мы будем давать крест тебе, я буду тебя пинать. Ты будешь наносить урон. И меня накидывают на Иулу, я там остаюсь. Не, вы посмотрите, что меня. Вы все посмотрите. Тут, они на гоу написали. Кем Кокса играет? Три стримера там, блядь. Гоу. Гоу, гоу, гоу. Че, свапаем Лего? Да-да, я не играю на Леге. Давай. Ну, играю, блядь. Не. По лайнам. Мне на топать Хейл? Или вы пойдете топ трипла? Ну, на тенике, чё, куда? Ты, наверное, кажется, ты, наверное, Лего соло топ? Там давай. Один герой будет? Ну, попробую. Поехали. Я думаю, Лего будет против Вайпера стоять. Ну, тяжело будет, но я вывезу. А что, вы топ руну хотите забрать? Ну, я Вайпер давать не пока. Я бы вообще тинником сюда пришел бы, тинник кинул бы на нас, мы отпиздили бы быстренько одного бы. Да, одно дерево. А тинни пускай там сдохнет, там мука. По факту так и будет. Блин, ебать. Так по факту и будет. Кинул, сдох. А чё, они это, не будут ныть, что под крест тинни, типа, плюс кунка под крест не будут ныть? Не-не-не, тут не-не-не. Ну тогда норм, будем обузить, это нормальная тема будет. Ну, с этим учетом и брался тинни, как бы, и нахуй он так нужен. Не, просто в прошлый раз, когда я заходил ТБшки играть, ныли все. Нельзя, не, обей. Вот нет, этот. В ТБ там долбоёбы, забей. Все, поехали. Так, я пошёл отсюда под стопы. Кстати, они могут, они могут, да, они могут обходить сразу в мид идти. Есть вероятность. Да. Шейкер там. Ты если дашь торрент, я его просто тосну на нас. Там. Он дай торрент. Блять, сори. Там тусик и шейкер еще стоит. Я пошел обходить, короче. Меня здесь закроют, отъебут. Я на тебя тосну, если че. Че, лайны вышли уже? Блять. Слышно, далеко. А, ну просто идите лайны свои. Я там сам попозже убью. Не смогли закомбинить. Они лёрки хотели. На кунке, давайте в ад дамп с сапогом, если что, поставишь там куда-нибудь вперед сюда. Куда его поставить? Ну нам на линию куда-то, я не знаю, сюда или сюда. Сделать отвод, а то, бля, ладно, не успею. Ну, не успею. О, ебать. Он смотрит, ставит ты в ад. Ну я фотографирую. Давай мы здесь постараемся постоять. Они вдвоем. Саппорт тоже пошли. Да. Да, они пойдут. Let justice fall. Right. Чё, давайте тогда погоняем этого. Да просто фейканист там пусть крутится. Или чё? Сделайте отвод, пожалуйста. Давай я успею, бля. Без сапога просто. Бля, они на вас будут выходить сейчас. Да, я отхожу. Я и без сапога не успел. Не. Ну, следующий. Угу. Да чё, бля, за хуйня? Почему не отходят, блядь? Они отсюда могут, кстати. Саппортов не видно, они сбоку могут обойти вас сейчас. Да, вот с этого. Да. А, вон он. Так, я пойду сюда. Сделаешь двойной? Да, постараюсь. Ну, чем не успею? Ну, бля, Марат,
По-братски, ну ты зачем сюда пришел? Отойди, отойди, отойди. Сделал отвод и сам друин у меня отвод, охуенно. Ой-ой-ой. Чел, не будет драки, блядь. Блин. Бля, вот это на самом деле тут шейки закрывают, и я туда иду, блядь, и потом хуяк. Ну ты ж можешь станчики покидать, ты фуловый стоишь. Как он потратил ману, такой хуйни не было. По руну пошли саппорты. Могут на мид выйти. У меня ТПшка есть, если чё. Дай ему стан в ебало, давай разомнём. Чё там получил? Да я пока жду. Вот чё это можно. А не будет? Бля. Я надеюсь, это чел с ником у Ликиора стримит. Я буду сейчас там. Смотри, он прям... Ты смотри на этого типа. Он такой странный, он прям под крипом стоит. А, блядь, Феникс умер, ёб твою мать. Нет, я не умер, я ушел. Ну а... Нет, здесь какое было? Мы что-то пытаемся. Ладно, это хуйня. Пацаны, куру возьму? Ничего? У меня лоу хп некор на лайне стоит. Если у вас там ничего не получается, можете не, подойти. Порывы, он знал, что у меня инвиз. Но он не знает, что тоска до 12 секунд походу. А у тебя ульта есть? Нету еще. А там просто плюнуть. У него рипер. Я тоже иду. Шестой левел у него есть. Я к тебе пришел. Подожди, подожди, не пались. Будет ульта? Нету. Подожди, 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 я сейчас стан дам ему. Я так его выгоняю. Так, говорю же, подождите, блядь. Ну на характере крутанита, ё-моё. Жесть. Так надеялся. А чё, у нас кунка, фермер? Нет, ну, там... Убили же. Я куру возьму с ладами. Да. Дим, ты заберешь? Ну пусть тогда экспо залутает. Хэн, как шестой будет? Я буду к тебе приходить, тебя тосать. Да-да-да. Еблан, пофарми в лесу. А шестой получи, можно убить, он будет переть и переть. Блин, ты пуляешь, спалился, взял. Ладно, я сам да мы под тэшку можем зайти даже, в принципе. Но дуэли нету. Саппортов не... А, вон, внизу. Аккуратно. Тавр побьем просто. Давай отсюда обойдем, он тут где-то стоит. Вот он здесь стоит. Сейчас экспо обнажу. Ауры нет же. Нет, пропонись в мид, давай заберем бутыка. Я пошел, да, лучше. Че, я ловлю его или жду тебя? Че, мы в Т2 могли снести. Ой, на Т-шку заберем, я думаю. Начинай. Начинай. Черт, что? Внизу домик упадет. Угу. Дай, блин. Т-шки туда сделай. А у нас тут соревнования по фарму, да? Нормально. Так, ну ладно. Шестой есть, если что. Надо, блядь, апнуть. Сюда идут двое. Mm-hmm. Походу, прям вот здесь вар стоит. Хуй знает. Иди сюда, Феникс. Давай, забайте. Сейчас, я... Этот, транквилы прилетят. Встань ко мне вот сюда. Они сейчас быканут на тени. А, тени. Ну, они прям здесь сбоку стоят, да. Ну, решим, можно... Чё, Тини, ты идешь? Я стану. Руна будет через 20. Подожди, на дуэль подойду. Ну он уйдет сейчас. Подойди, я тебя тосну. Меня тоснешь, ну давай. Да. Поехали тогда. Ты только вот сейчас подожди на крипе. Поехали. Дуэль, куда же? Хорош. Быстро сольем. Ай, ГГ. Бля. Эй, вот это такой себе жесть. Уходи, просто. Уходи, на Диме. Мы с Фениксом идем. Все, я фармить.
Оставьте. Давайте чуть по АФК. Там умирает, там еще Джага дает ТП. Я вниз полетел. 6. Скар как вот не это... вовремя. На лупика в миде можно. Я чуть полутаю с кубусом. Я иду с даггером. Да просто фармите, я сам поубиваю пока. Будут сваты, дадим пизды. Yes, yes, I'm on it. I hate working with these people. It's about time. Там вот. Джага тоже в топ. Смотри, они вот так вот стянулись, если что. Слышишь, стой там, я по тавер тебе его тосну, а ты крест дай. Они там все будут. Yes, хорош. И чё? Давай. Просто засалим. И этого сейчас на тебя тоже тосну. Давай. Сопля ебаная пройдет. Так, я пятый. Ладно, не успел. Корабль есть, кстати. Хорошо. Че, может прыгнешь в даге на кресте? Крест, дай, крест, да. Верни, ты че? Хорош. У меня ТПшки нету, если что. Да, палку надо разбить. Дашь крест? Тебя? Крест, да, да. Давай. А он же короткий. Вернешься. Вон некро, может, нет? Еще он раз. Кстати, он сейчас за руной, да? Пойдет. А, не, не надо, сейчас я пошел за руной. Будет, блин, я за руной, за руной, за руной. Феникс, ты урну будешь делать или мне? Я бы хотел, что сказать. Ну, делай. Даю? Ну, они уже отбежали. Не, пока не надо, я... Вон, видишь, там все сразу. А что он взял? Я просто коны кинул. В этот сразу, в накатывал. Нервозчики там. Давай, давай, давай. Ну, прыгни туда, просто на скиллы разбей. Рано, рано пока. Ну, ты же, блин, на кресте. Вот следующий тос, я прыгаю. Еще раз давай. Вот сейчас. Верни. Верни, пожалуйста, меня убьют. Поможете, есть что? Крест, нет, крест, мне крест, мне крест. Я сдохну, да? Похоже. Жесть. Блять. Бля. Чё за кринж? Ладно, я просто тупо буду АФК фармить, я не понимаю, что надо делать. О, в принципе, я пошёл за урной. Жесть. Рекуру. Угу. Мне как-то дуэли бы собирать, но я что-то как-то вообще... Что-то вообще никак. Я сейчас сделаю ТП, дам тебе крест, прыгай в Вупика. Вон шейкер здесь. Один. Гол, я к тебе ТП даю. Я даю ТП. На, он тебя видел. Он увидел. Стой, стой, да, стой. Ну... Еще раз хотим или похуй? Я через дрону. У меня корабль есть, можно разъебать кого-то. Дай крест! Я пошел к пацанам, короче. Я дармлета, пацаны, АФК. До 15-16 минуты. Давай, 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 давай. Там они в топе вообще не светятся, я могу тут спокойно фармить. Угу. Просто что-то прилетаю и... В смысле, а этого хотим, 700 хп. Сейчас я руну возьму. Давай, давай! А, не-не, отходи, отходи, там Джек пошел. Смотри. Иди по фарме. А, у тебя есть ульта. Ну, трое. А, ТП делают. Эйкер ТП делает на мид. Сложно. Там еще один ТП дает. Кинь на нас его. Бля, вот это ты хуёво придумал. Не, ну я бы отсосал. Чё, деремся или нет? У меня маны нет. Корабль, знаешь?
Но маны на торрент не будет. Палк разбейте. У меня маны 0. Палк разбей, пожалуйста. Дай мне крест, мне крест дай. Я с маны приду и пизды ему дам. Блядь, серьезно. Нет, там не круче. Будет, 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 стань ему. Блядь, чё? Сука, прыгни. Пиздец, что за хуйня происходит? Ну, у нас Легос, но и уже есть сейчас почти. Уже есть. Буду. Ну все, заебись. Так. Кура не нужна никому, я заберу. Ну сейчас чуть полегче мне будет уже. Я думаю, надо пока конвейер в миде работает, стоять до талого. Да, да, хорошо работает. Только надо, чтобы сейчас Лего вниз сместился и вот телефончику ты один царапал. Да-да-да. Я заберу монетку. Не-не, не трожь, у меня ботл. Дай ботл, мне 9-й левел нужен. Цепляю в миде. Чтобы я вторую почти... Давай. Блядь. Ну на шальной торрент попробуй, а потом... Да, как попал. Пойду в лесочек чуть-чуть попрыгну, блядь. Залети туда, может? Не-не-не, зачем? Они просто толпой, там Вайпер и Джага. А, Джага он не знал. Ой, шок, конечно. Не-не, пока не получится. Вот так только если. И ты его тут на крест подловишь. Вот этого давай лучше. Будет что-нибудь? Ну, я лут дам. Нихуя пока нет. Бля. Не переждал. Бля. Бля. Ну ладно. Тут варды в миде есть еще. Че, я сломаю ее сейчас. Кура просто летает. А, ты сам? Возьми тогда, я куплю. Поставишь? Куда? Ну вот сюда куда-нибудь, на серединку поставь. На Джагу плюсик будет, может? Ну, у меня есть ТП. Но сапов нету нигде. А, ТП что ходит. Ходит Джага. Блядь, ладно. Я здесь тогда стакну уже, пока я здесь. В топе фармуха хорошая. Ща полечу туда. Так, меня тут поймали, хотят убить. Но это не точно. ЕС нанизу фиссуру откинул. Они внизу все. ДДшка, Дима. Вайпер тут есть. Я вниз ТП нажму. Вниз ТП нажму. У меня смоки есть на кулке, может мы туда побежим? А, ты все уже тут. Я кнопку дал тебе, задиспелил. Чё, давай. Давай они давай, все, давай. Все тут, они все тут. Возвращаю. Охуй, мы их ёбнем. Ну дай стан-то. Минус один. Этого держите нахуй, сейчас я ему по щеке дам. Там есть еще. Мана есть у кого-нибудь? Сейчас мужской рукой по щеке дам. Там есть, смотрите, будет. На меня, на меня. А нет, нихуя себе. Хорош. Ура, первая дуэлька. Найс. Поздравляем, бар. Спасибо. Самое главное, чтобы не последнее. Да. Там у меня сейчас даггер уже будет. Да, это уже последнее. Нормально будет. Спасибо, это уже конец, это последнее. Похоже. Я лучом, короче. Да хоть одного крипа, сука. Ни одного не забрал. Еще яйцо есть, пацаны. Да два идем? У меня почти дуэлька есть, если кого-нибудь откинешь. Можно попробовать. Ну давай уже, наверное, твой даггер дождемся, вот эту хуйню сломаем. Да, можно. Я не против. Блять, меня эта хуйня бьет. В мид будешь прыгать? В миде смотрите двое. Я пошел туда к ним, пацаны. Аккуратно. Можно даже смакануться. Здесь. Чё, давай развернись. Вайпера, вайпера. Руну возьму, у меня маны просто нет. Я возвращаюсь.
Давай-ка с вами там бьется. Бля, вот хорошо, пацаны. Бля, я пошел за этим. Во, это за... А, он уже чует, он уже чует. Встаньте вот так под луч. Что, Рошана можем попробовать, даггер есть, если что. Yes. Лучше второй тавер, да. Гот и два. Тогда что делать? Я в Туска прыгну, подойдет он поближе. Ну, да, они сломали ват. А давай мы здесь вдвоем смаханем с тобой. Они вот здесь стоят. Там. Бля, они там стоят. Дай вот мне грязь, я тосну на легиона кого-нибудь. Даю. Еще. Там есть стоит. Если что еще. Да и похуй, я вот этого тоснул, еби его. Кнопки нажмите. Хорош! Хорош! Хорош, он на меня катится. Вот так сделаю. О, байбэк! Смотри, смотри! Байбэк! Байбэкнулся в шаре! Ой, броу! Что это? За диспелю. Не, тут ГГ. Хуйня какая-то, моя пизда. Что? Это что за бред сейчас был? Это кринжово выглядело. Жесть, он его успел, короче, взять в этот. То есть, это бред, конечно. Он успел его взять, ну, после того, как он сдох, типа. Он байбекается, в итоге докатывается вместе с ним. Такой кринж. Интересно, блядь. Ну так работать вроде не должно. Ну, не, конечно, не должно, но... Бред, конечно. Бля, это моё было. Сорян. Ну ладно, да. Там эти же есть. Они могут... На Роху не могут они пойти? Могут. Могут, притом на лифте. Нам барды нужны. Да, но не сломали он, условно. Хорошо. Ну, они где-то в смоках явно, блять, их не видно по карте. А может и... Они, может, ждут, пока вниз кто-то дефнет. Да. Где прыгаю в мид? Я так-то его с руки забью. Хорош. Чё, Т2 или Роша идём? Пойдем, Рош. Ну, я Рошу заладил, можно. Пойдем, пойдем. Че, ты возьмешь или мне взять лучше? Ты на крестах все равно. Я бы взял, конечно. В меньшинстве они не будут этому драться. Заряжаем стики, пацаны. Ну, у меня, по крайней мере. Фуловые не у меня не фуловые. Так, че, ты берешь, все решено? Ну, ты хочешь, если прям сильно бери. Просто прыгай. Он там я останется. Просто есть вероятность, что если я там останусь, я типа сдохну. Да нет, по идее не достанешься. Блять, хуйня. У меня 10 секунд ульт будет. Монетка, монетка. Блять, это моя монетка. Все, ульт есть. Я, если что, просто лупить буду и все. Я куры себе ТП-шку принесу, пацаны. Чё, почему бы нет? Нет? У нас есть ульт. Вижен бы, чтобы прыгнуть хорошо. У нас на 5, сейчас крест, на 5. Крест, ну, дашь? Крест, дашь? Я выкину его к нам. У нас сейчас на 7. Даю. Я прыгнул, пацаны. Поддержишь? На Лего прыгнул. Я вайпер в толпу кинул. Ебём вайпера. Он в любом случае заедет. Ну, я дерусь. Не дерусь уже. Полетел. Живёшь? Сейчас. Шейкер может, нет, у него нет ульта. Я его выкинул. Оно мне слышнет. Ну и чё, у нас 5 человек. Понял,
Да, что-то вообще... Ладно, он результат. Он результат. Есть крест? Крест есть? Крест, да? Ой, верни. Жри-жри. Ой, блядь! Ебать, я исполнил, блядь. Чё, может отойдём? Вот, да, можно и отойти. Я дуэльки не беру вообще под тускаром. Угу. Ну надо левать, получается. Да. Мальская кушка. Ладно, у меня гоним скоро, я типа кушать начну. Нормально. Мне БКБ-ху сделать лучше будет или сейчас дезоль какой-то условный? Лучше БКБ, наверное. Да ну, дезоль у меня. Давай. Не, мы просто пытаемся на рампу залезть из дезоли, если ранее почему нет. Дэшка. А я возьму. На Глимер лететь? Мне бы 11 какой-то вообще шикарно было бы. Шикарно. На топе не можем на дефе кого-нибудь подловить? Или будут вместе дефить? Во-во-во, смока. Есть. Ой, закрыл, как он на все затянет тускар. Блять. Мне надо бы ультить. Не было так же. Без форума 13 секунд. Они в смоках шли. Так а чё, мы же нихуя не боимся, нет? Боимся. Я с рипера ушел, а пацаны, рипера нет. Я в Т2 пойду на топе. Пока вы там разминаетесь. Не, ну вот это зря. Ну тебя видят. Ребята, вы выигранную игру хотите проебать. Ну бегал там. Шейкеры, некр, ТП. ТП даю, да. Я отошел. Шейкер и некр там. Джага тусит, вайпер. Они уходят обратно. Они в ХГ ломиться хотят. Палку, да. Палку бы сломать. Если вы нападете по дуэли прямо сейчас, я байбэк не могу. У меня 10 секунд, ульт. Ну, если Джаггеру дуэль, то нормально, не? Да там тускар перекроет. Я под ну, карасивом. Давайте, давайте. Там омнисвэша нету, если чё. Джагги дал дуэль. Поможете слить? Под кораблем. Должны. Мне рипера дали. Вайпер. Хорош, живу. Ну ладно, без пацаны. Найс. Отлично, жесть. Блин, ну я байбэк дал. Плохо, да. Идите, может, топ сломайте пока. Ну, если успеете. Алёрик, ульту потратили, да, уже? Ну, на байбеке разводите. Они нажмут, там туск уже, шейкер есть. Корабль есть. Нет, шейкера еще нету. Так, чё, нет смысла туда идти, наверное, я БКБ добью. Смысл идти, пока дойду я. Берёшь Элюс? Да. Это огоним добивать Элюса. Кура там долго будет стоять, ребят? Есть монетки, я заберу, пацаны. Подожди. Я рецепт еще нет.
Рецепта нет. Все, сейчас я пару крипов вообще. Yes, yes, I'm on it. Right. At last. Они в смоках могут. Да, есть вероятность, они внизу были и что-то исчезли. Я же дагер, да, на Льорке, если что, отойдешь. Я пошел, короче, в сторону мида, наверное, куда-нибудь. Вот сюда я хочу я вас поставить. Я получу 16-й и Радик доформлю. Радик или Аганим может? Ну, я уже сакрит купил. Ну, Аганим, если что, блочит Рипер, если там Аганим на ринге. Это знаю, Рипер будет. Да похуй, вообще просто блочит этот Аганим. Что-то никого на карте так стрём так. Поверьте, они так же очкуют, как и вы. Когда меня на карте не видят. Ну вон там вайпер. Более, еще и лего у нас есть. Это... Типа у нас два героя, которые в соло убивают. Там по-любому типа и на жестком очке. Не пятером ходят, по-любому. Ну, вон, и стой, они на топе все. Я в энчентов наших пойду. Они, наверное, по топу пойдут сейчас. Можно сплетануть будет. Возможно. Они могут сейчас за ним стоять даже просто. Подождите. И просто один пойти. Радик. Мы будем топ дефать, да, нет? Ну, нам долго до твоего Радика. У тебя если есть ульта, идем дефать. Да они побегут сейчас на 3 дефать. Я на мид тоже стянусь. Мне 50 монет, Радик. Но мы хотим, или я ухожу? Если вы там драку замутите, я снесу им мид нахуй. Ну, а я низ побью тоже. Дай вторую. Давай, держи. Давай, сейчас кто-то топешница. Крест ему, крест. Дерись там. Отходим. О, там. ТП видел. Но я не успел. Пошли ловить. Вот пошли. Наверное, тут вард стоит, я так думаю. Там вард, возможно, пацаны. Ты вот сюда, главное, вот так иди. Блять, кура вылетела. А это что, не моя? Не обошли. Да не, нет никого. Роша дай есть. Куру на суп... А, вот, да, ладно. А, не, вайпер, да, вайпер уже топедал. Роша есть, ребят. Нахуй нам нужен, пошли ломать. Нихуя себе. Там клип нас проебан, не... есть. Нас не 5, нас 7, бля, будет. Да просто на кресте пусти, не вот, прыгай, вот ты бьёт. Вот здесь завардите. Я да, тут бы вард. По кайфу было бы. Ну или вот так. Я дал тебе диспел, дядь. Ну, я оттуда не вынес. Хорош. На нахуй, блядь. Ой-ой-ой. Блядь, что, деремся? Давай. Снимите с меня тут что-нибудь. У меня БКБ в КД. Я тут сдох. Надо было отойти мне. Да, они быстро сюда. Надо БКБшку ждать, было мою. Глоб на туре купи после Радика сейчас, это таганим и все. Они так охуели, да, пиздец. Давай. Love you, Phoenix. Понял. Что Феникс сделал? Бля, надо просто, чтобы Феникс варды бежал ставить, а не Кунка. Да, Кунка сзади да, на корабль. Кура, да, блядь, улетел, а он на ТП-шке полетел на... пункте и пошел поставить, блядь. Блин, деремся мы максимально кринжово, конечно. Жесть. Мы сейчас деремся за счет того, что Дини, блядь, вначале под крестами там поубивал, блядь, да. Даггер. А, тоже как Варик. Ставите мид пофармить. Я тоже какую-то ТП-шку буду делать. Ой. О, нифига ты тут задуваешь, блядь. Блядь, ну ты бы уже оставил, если я все хуйнул туда. Ну, ладно, сорян. А хилки нельзя. Они бьют Рошана, но мы туда не подойдем. Да, ну там не заважим. Там были варды, он пришел само. Чё, время сплита?
А нет, вот там, так... там, если что, у них вард стоит. Вот здесь вот эту точку бы забрать надо. Да, я хочу сломать вард. Сейчас. На джагл уже, блядь, забрал, а я уедь. Они хаге, наверное, пойдут. Ну, бля, кунки даже если есть там вард, он не сломает. Не блин, так он может... А, у него даггера нету, да? А ладно. То я сломаю, если мне крест. Блин. Рановато. Не-не, нормально, успею. Хорош. Хорош. Я не столкну. Чё, мы не хотим... А, не хотим. Топи все чилят. Я могу быстрый радик сейчас сделать. Ой, этот, аганим. Там у некро аганим, если что, держите в курсе. У некро аганим. ТП кому летело? Кунка к тебе? Кто забери на Леорика? Бля, ладно. Там этот. Мы Т2 будем дефать? Бля, Джаггер забрал. А, бля. У него диффуз, если чё. Кстати, он по-охуевшему идёт. Ну, он один бежит. Ну я кона убил сразу, чтобы он так не охуевал. Он забрался с колодами, блядь. Но они сюда хотят вард поставить, кстати. Ну сейчас хэн там будет. Но я, если что, низ буду на ТП. Да-да-да, я вниз, а я в мид пошел. Ребята, там... Нам люди, блядь, с ебучей ультой, Марат, ну по-братски, почему ты там, блядь, в лесах-то пылесосишь? А что ты хочешь, 3 на 5 подраться? Ну, под как рипер? Ты тянуть, что мы, типа, деремся, а они сплитят, блядь. Бля, ну ничего, ты против... Давайте тэшку, пусть фармит. Чего вы, в ну, ХГС, что там аганим, бля, у рипер, рипер на аганим. Давай я лучше куплю этот быстренько, бля, и подеремся. Ну, быстренько, это же... Как тебе до аганима еще? Мне вообще полторушку надо, бля. Но я думаю, они дальше Т3 не пойдут. Они сейчас развернутся, уйдут. Потому да, что они на деф пойдут, по-любому. Потому все что тут? Я... Да-да, на месте. Или они уже ушли втроем, Шейкер и Тусик. Возможно. Иди сюда, конец. Иди сюда. Да-да-да. Я иду к вам. Подходи к Т2. Вон, некор один остался. Блядь, он был один. Кстати, он может быть леса там пофармить. Мне кажется, сейчас даже кто-то сюда... 1000 монет, аганим будет. Бля, я что-то очкую нахуй туда выходить, бля. Нет, что-то нормально. 650 монет, аганим. Нашел. Вардецкий. Ну вот он принесет аганим, и го просто подойдем к лайну. И Фини нахуй все будут прыгать, ломать по трепочке и все. Да. Хорош. Если они будут. Да, ну что-то хлизит по чуть-чуть. Разворачиваемся. Они уже в топ пошли, уйди. Но они могут и на миду выйти. Вот так стягивался вайпер. Смог я не видел, но я видел, что чипы побежали в сторону топа. Дай крест! Внизу вайпер. Пайп светился на крипах. Вот здесь вард, если что. Я на варде взял. Аганим летит или что? Кура, куда всё, летит? Я купил аганим. Ну тяни ее себе, я тоже центрики возьму, здесь варду сломаем. Чё, есть аганим, ребят? Чё, хотите подраться? Хорошо, давай. Там Аега, может подождем уже, пусть Аега закончится? Ну да, как вариант, а что нам торопиться-то? Они же... Он, кстати, один. Не факт. Стопудово. Там все за джаггером бегают. Забирайте сентри там, кто кому. Да, лаги у кубы. Я хочу здесь за этот, чуть постракуйте меня, вот сломать. Екар на топе с ТП-шкой. Крест дашь? Чё?
Ну что, мы должен на этот Аега? Ну да, давай на должен. Куда вы сейчас хотите его прижать? Ой, зацепили. Меня ж катится, вы чё? Мразь, рипер дает. Тотем, разбейте тотем, тотем. Ну разбейте этот тотем ебучий, блядь. Yes, yes, let justice fall. Хорошо. Да нет, не хорошо. Ладно, хотя бы, ладно. У нас там метод ломает, да. А чё не решился убить некро, он без этого? Да я не хочу там остаться, дядь. Лучше отойду. Я там останусь по-любому, если подерусь. Нам лучше нужен форт. Не так сделали. Мне надо, короче, фениксом чисто выжигать вайпера, блядь. Просто остановите его кто-нибудь. Не, если тусик куда-то летит, ребята, надо сразу яйцо поставить. Туда, блядь, то ставится торрент и корабль. Сразу надо яйцо поставить. Это яйцо в самом конце поставил, когда у нас уже трое сдохли. Надо тени также забайтить, тусик летит, туда сразу торрент, корабль, а там уже яйцо готовое стоит. Они, блядь, падают с тусика сразу под яйцо и под торрент. Вот так надо драться. И, бля, дальний, кто дальний этот, бля, у нас только один Феникс. Ну, только Феникс может палку ломать. Палку это пиздец, она прям напрягает. Тебя могут видеть сейчас. Они мид идут в любом случае. Я, если что, на ТП-шке разведу. ТП, забери вот этого, блядь, говнюка, блядь. С дуэли. Ну, они, походу, отошли. Ну, ты, наверное, под вардом там побежал. Я уйду отсюда. Уйду. Роша, кстати, может быть, есть. Что у нас так пока... тяжело с виженом пока... жизнь? У них нету ТП-шек. Они все ломают. Может быть, этот Рошу заберем, пока у них нету ТП-шек. Было бы охуенно, если бы Лего подрался, я бы кушал. Да. Согласен с тобой. У тебя БКБ-шка, тем более, у меня просто нету БКБ. Нету Роши. Можем сейчас здесь умереть. Аккуратно. Да я думаю, может тут иллюзии сейчас будет забрать. Кто может даст и взять скелет на тебя? Был вард? Или сентри? Нет, сентри только, сентри. Фаза, если я тебе даст и отдам. А я себе ТП-ку куплю. Так, мне чуть-чуть до слота еще одно. Так, дай крест, дай крест. Я слетаю, БКБ возьму и гоу внизу захуяримся. Го, да, в тупую. Но у меня типа 400 золота МКБ было бы. Было бы хорошо. У нас есть гем. Вон. Джагу, цепанул. Давай. Цепанул, но... Туск. Я убил Туска. Хорош, 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 корабль залетел ему. Но не пробиваю. Я дальше дерусь. Убил этого. Вайпера бью. Байбек, некор, байбек, пацаны. Некор, байбек, если что. Очень хорошо. Аккуратно, аккуратно. Подожди, на кухне, подойди. Дам двойку, тинику, если что. Незердрэг, байбек. Чё, может отойдем? Давайте отойдем, да. Хорош. Ты чё? Меня сейчас оставишь там, блядь. Так а почему? А у нас БКБ, когда чё, там хочешь там подраться? Уже... Норм, норм, норм. Не, вы чё, на два байбека развели, драка хорошая, без потерь. Отлично. Я дуэли не беру, правда. Жесть. Ты чисто, короче, на слотах. Да, я чисто на то, что нафармил и всё. 190 урона. У меня там три дуэльки, если есть, хорошо. Ну, next заход, по идее, ГГ. Ты, если что, я тебе пресс-атак накину, долби стой. И все. Было бы прекрасно. Ну я не знаю, я БКБ нажал, я просто стоял и упасил всех подряд. Вообще, ты пиздец, и все. Лего. Я возьму. Они могут смакануться. Да ты что, багнулся, что ли? Да, багнулся. Да пофиг. Ну типа, блин, о. Отходим. Ой, хорош, не на рипера, отлично.
Отлично. Гем это плохо, гем, конечно. Поебали? Да. Ну, они по миду, наверное, пойдут. Давайте толкнем. Если что, они стини. Не добежит. По миду, наверное. Как он по миду? Кто там в миду умирает? Ну, ты если сейчас умрешь, это пизда. А ты что там делаешь? Ну, я на дайве улетал отсюда. Нет, норм, норм, норм. У них крипов нету. На них, типа, нахуя ты бежал? Что-то нам сейчас тут опасно с Лёриком стоять. Они в медусе. Роша есть. Умар врагем. Чё, может Рошана успеем? Пока на дефе. А Егу? Вот здесь уже стоят, вот здесь стоят. Чё, может не рискуем тогда? Я не буду добить, не буду. Лучше не рисковать. У меня байбека нету, если что. Я куру повешу туда, если они пойдут. Чтобы видеть. Там они меня пока ищут, я внизу показался. Побежал в топ. Но они сейчас Аегу заберут, Джага. Но мы тогда попушим. Пусть бьют Рошана. Вон они идут уже, Скади, Джага. Так а че, мы 5 живых, мы не хотим подраться? Гему Эса. Гему Шейкера, у Маржа тоже. Вот. Они сейчас, если на Рошу прыгнут, мы можем подраться. Нет, Рошана они еще не зашли. Наверное, на топе АФК стоят. Тут, наверное, вард есть. Что-то подсказывает. Они Роши не пошли, если что. Иди, пройди сюда. Ой, как они боятся вообще стороны отпускать, это жесть. Ну так, может, мы рот все-таки оформим. КД ТП. Там на иллюзию закат, панчи, скетчи, вайны. Все фармят просто, короче, что они что, блядь. Джага зашел в Рошу, я топ толкну. Джага зашел, да, Джага зашел. Мы будем что-то делать или нет? Ты секрет дашь, да? Вот. Че, принимайте драку, я тогда файчусь тут. Давай, я тоже пошел к ним. Пол хп хорошо. Че, я иду. Похуй. Ко мне ТП дают. Лёрик. Ай, блядь, ёбаный в рот. Вот этих надо было бить. Вот и они троём, давайте подерёмся. Палку, палку разбить. Яйцо ставь. ЕС АЕХа есть, если что. Но мы ломаем, по-моему, и мид ломаем. Пресс атак КД. Но... Ломай, да, мид ломай. Я тут справлюсь. Я пресс атак тебе накину. Ну я, наверное, рипера улечу, да? Да, я на рипере. Умираешь, будет плохо. Я на рипере. Я без байбека. Ну, минус две стороны, мне, дядь. Мне надо было тебя продать. Да, надо было. 100 секунд, у меня реса нет, если что. У тебя байбек есть? Да. Хорошо. И у меня тоже есть. Это вы, блядь, не те домики ломаете. Ну, я тут сломал этот, потому что меня фиссуру дали, я не проходил. Так, блин, там тайминг на самом деле такой, я только тебе пресс-атак дать, и ты БКБ-ху зажимаешь. Эх. Не, ну там просто думал, шейкер сейчас ворвется, и как раз там шейкер через секунду врыв. Ладно, нормально. Нормально. Я, кстати, дуэльку выиграл. Хоть хороший. Хороший есть этот, плюсик. Нормально. 60 секунд, ребят, ББ нету. Гришину надо сразу ТП-шку делать. Ты главное не умри на Фениксе, вот ты лучше так не выходи. Ну я так пожить. 50 секунд. Чё, блиф? Там торрент, да, корабли, мне кажется. Они кроме мида ничего не сломают. Да, но они могут что-нибудь там подсветить, да? А чё, если я выйду, можно сразу яйцо поставить, нет? Вот они закат, 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 закат. Яйцо! А чё яйцо не жмешь?
Ну, у меня... Ой-ой-ой. Вернет. Хорош. Палка. 20 секунд рез. У него аегис только. Давай я к нам закину его. Могу к нам закинуть. Нормально. 12 секунд рез, ребят. Так, я палку его разъебал. Хорош. Лёрик умер раз. Шейкер хочет сэха. Аккуратно. Рипер. Ой-ой-ой, Лёр на рипере. А, нет, заблочится. Дядь, двойку даю тебе. Джагу возьму на дуэль. Взял на дуэль Джагу. Хорош. Я ТП дам. Что, пресс-атак тебе бафнуть, дядь? Сейчас... Они байбэкнут сейчас. Даю тебе. Ну, там у кого-то точно. Ебать, слышишь? Блять, а где мой ХП? Я выкупился, блять. И сейчас... Это после корабля, дядь. Ёбаный в рот, блядь. Нажми БКБ, снеси или нет? Я сниму, сниму тут. Эх, одна тычка. Хорош. Бля, они сейчас если по миду пойдут, мы проиграем. Но... Да не, байбек есть? Но... У меня есть байбек. У меня нету. У меня есть. У меня... Ребята, я байбекнулся. Я... Сука, у меня... Ты на Лёрике нахапался, да, под кораблем там? Да я не знаю, возможно, блядь. Я выкупаюсь, у меня 50 хп, я прыгаю, от крипов умираю. Найс. Ты нахуя это говоришь? Они же сейчас по миду пойдут и трон нам снесут. Жесть. Грязный сплит-пуш получается. Да, 60 секунд, пока они дают. Нормально, у меня 50 секунд тоже, если что. Думаю, да, у нас вот глиф есть. Нет, глифа нету. Чел просто на Леорике на 50 от крипов умирает. Бля, ну откуда я знал, что у меня 50 хп будет? Бля, они в мид щемятся. Ну, я говорил, что они просто по миду в трон пойдут. Ну, у меня ББ есть, 30 секунд рез. Если пацаны пооткидывают кнопки там, потянем. Ес на топе с травелой. Там крипы низ грызут, я думаю, они ничего не смогут сделать. Да нет, там третий человек сейчас будет дефать. Здесь... Джага там, Джага. Фейкер с травела, он тоже... Он сейчас дефнет и прилетит. Джага кто-то. Ой, внизу точнее. 17 секунд. Хэп пойдет на мид. Нет, просто не сдохните сейчас, серьезно. Да, просто и все, нормально. Отойди на чейн. Как Джага нажмет, блядь, ТП. Я могу БКБ взять, но у меня... Лего пускай идет, ТП к ним. Думаешь, то может подеремся? Хотя на рипера, если сяду, будет ГГ. У меня 8 секунд. Ждем тогда. Бля, вот маржа бы... Все, можно ТП делать. Ты быстрее снесешь. Думаешь? Не надо, не надо, не надо. Давайте подеремся. Дай кого-нибудь, цепляй. Джагу цепанул, душу. Душите Джагу. Хорош. Я... Даю пресс-атак. Дал Тинику прессу. А, Джага без байбека, кстати. Хорошо. Не, он уже байбекнул столько. Тусик не смог взять в эту хуйню, бля, ему ставил. Ну там 100 секунд, по-моему. Чел без байбека, вайпер. Тусик, Джага байбекнул. Джага байбекнул сюда. У меня все равно байбека нет, я муншарт куплю, короче. Цена, я думаю, конец игры будет. Бля, было 5000, бля, ебать. Разбал все. Байбекнулся, байбека нет, еще и минус бабки. Я охуел вообще, я думал, где мой ХП, блядь. Так, у них двоих нет, что, давайте, пошли в трон. Воу. Да, я иду. У меня есть ульт, я могу, блядь, сразу как лев прыгнуть вот на это. Ча, подожди, потяни, потяни, потяни. Я, если что, пресс-атак Тинику даю, Тиник прыгает, душит. Дал кнопку. Я барак. Давай. Тавр наш, тавра наша, все. Ну, Джагу цепанул, если что. Дерусь с ним. Они кре... Меня хочет убить с рипером, бедолага. Пресс-атак сейчас закину тебе. Не закину. Себе закидываю. Джагой дерусь. Мама. Хорош. GG, пацаны. Красавчик. Жди, 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 жди. Убью. Да-да-да, трипл килл. Хорош. Красавчики. Спасибо так, за игру, пацаны. Мне надо дарить хуйню закинуть, я же хастовал. GG. Вот он, сплит-пуш в действии. Даже если у вас не получается брать дуэльки, тяжелый тимфайт, просто сплитуете, грамотно растягиваете и все. Очень интересные катки сегодня тоже получились, ребят. Ну что ж,
Эту сессию тоже закрываем. Это третий у нас выпуск из ТЛ-ки. Вроде пока идет ровно. Ну что ж, пожелаю всем, как говорится, хорошего настроения. Обязательно прожимайте лайк. Обязательно за эти видосы. Ну и, конечно же, следите за новыми видосами из ТЛ-ки. На этом все. С вами был Ксаназос и до скорого.